которая тебя съест. Ух ты! А как оно крутится? Да, прикольно. Мое яйцо. Сначала розового, а потом желтого. Так какого сначала-то? Моего. И откладываем его для нашего рейнбоу слайма. Положу его вот тут вот с краешку. И там чьи-то волосы. Блин. Чем это тут у вас воняет? Вот так всегда. На кладбище его. Вот это колбасина. На огромную козявку. Прости. Ладно. Но он же похож на козявку. На что он похож? На медузу. На желе. На козявку. Привет, ты на канале Magic Pets. Я Чихуахуа Софи. А я покемон Юмичу. Лайк. Миша, лайк, это я. А я Эйвен. Ребят, это вы не расстраивайтесь, что у нас тут на Новый год ничего не украшено. Просто мы скоро переезжаем в новый дом в Magic House. Софи, твои уши щекочут мои уши. Да, короче, мы скоро переезжаем. И украшать уже будем все там. Наконец-то. А я киса Алиса. Мяу. Ты давай скорее подписывайся на канал. Это такая красная кнопка вот там внизу подписаться. Жми на нее. А то я тебя ням-ням. Съем, понял? Жми давай скорее. Молодец. Не буду тебя есть. И лайк поставь, поставь, поставь. То, что внизу такой палец вверх. Вот такой вот лайк поставь. И комментарий там волшебный пиши. Знаешь почему? Они в видео попадают. Лайк, комментарий. О, Аня пришла. Привет, ребят. Короче, принесла я, как вы просили, ваше это кладбище слаймов. А вы тут что опять устроили? У нас будет снова антистресс челлендж. Только мы кое-что новенькое придумали. А ты нам будешь помогать, как обычно. Да, у нас для тебя есть задание. Ясно, только давайте что-нибудь с кладбищем вашим придумаем. Кажется, там что-то изменилось. Ваш космический арт из лизунов, который вы делали, вообще-то засох, и я решила положить его в ваше кладбище слаймов. Но кажется, те зомби-слаймы, как вы их называете, смешались с артом, и это превратилось в нечто ужасное. Наверное, стоит это выбросить. Ничего выбрасывать мы не будем. Надо только ребятам объяснить. Короче, была у нас целая гора слаймов. Мы их делили на больных и здоровых. Из здоровых мы сделали космический слайм-арт, а больных отправили на кладбище. И решили, что потом их воскресим, поэтому они зомби-слаймы. Ну, как Аня сказала, наш арт засох. Сегодня мы продолжим нашу работу слайм-докторов, а в следующий раз воскресим всех зомби сразу. В смысле продолжим? Ну, то есть сегодня кладбище, возможно, вырастет еще. А из здоровых мы сделаем новогодний рейнбоу слайм. Опять? Ань, не знаю. Ань, хватит ныть, чтобы тебе было веселее. Мы придумали игровую форму. Ты закроешь глаза. И что? И с закрытыми глазами будешь протягивать руку и выбирать на ощупь. Если попадается здоровый хэндгамчик, то он отправляется в команду, из которой мы будем делать новогодний рейнбоу слайм. Все остальное, кроме сквишей, отправляется на наше кладбище. Все просто, поняла? Но вы мне будете должны. Ну, кто еще кому будет должен? В смысле? Ну, вообще-то у нас просмотры лучше, чем у тебя. Типа это вы меня пиарите, а не я вам помогаю, ну, да? Ну ладно, ладно, не обижайся. Кстати, по поводу роликов. У тебя же был день рождения. Ну да. И у тебя на канале вышло вчера видео про ДРЭ. Ага. А сегодня еще одно новое видео. Получается целых два новых видео. Про день рождения и еще про кое-что. А мы их до сих пор не посмотрели. Так, надо срочно оставить ссылки в описании. Ребята, вы тоже сходите, посмотрите. И Аню с ДРЭ поздравьте. Да, но и это еще не все. Кроме двух новых видео на Анином канале, на нашем общем канале Magic Family тоже ролик. Очень важный. Да, и это целое видео с Мишей. Ну, не совсем же, только со мной. Я ходила к психологу, потому что у меня проблемы, с которыми никто не может справиться. Я безнадежна, да? Я думаю, мэджики сходят, посмотрят это видео и сами все узнают, да? Я очень надеюсь, что они посмотрят. Ссылки внизу оставим. Неправильно вы все говорите! Алис, ты че? Неправильно вы мэджиков на видео зазываете. По-другому надо. Надо говорить. Слушай, мэджик, на Magic Family и на Magic 2. Слышал? После этого сразу иди и смотри, а то я как тебя съем! Да уж, Алиса. Ничего не умеете, всему вас учить надо. Ты слишком дерзкая. Че это я дерзкая? Не дерзкая я ничего. А ты давай глаза закрывай и антистресс выбирай. Кладбище ждет. Ладно, поехали. Правее. Миш, ты че, не подсказывай. Ладно, давай, щупай, выбирай. Так, чтобы выбрать. А я любой могу взять? Аккуратно, не ужани. Ну, пожалуй, вот это. Так, давай, бери. Открывай свои глазенки. Пластиковая звездочка с разными слаймами. И что теперь? Покажи. Вытаскиваем слаймы и проверяем их на здоровость. Ну что? Ну, один из малышей такой вот. Ну, вообще-то он может к нам и подойти. Да, не такой уже больной. Оставляй. Ладно. Что насчет остальных? Розовенький. Они, кстати, с блестками. Такие малюсенькие. Мне почему-то кажется, что они какие-то замерзшие. Этот оставляй, сойдет. А вот эти остальные три штучки, по-моему, так себе. Как будто они высохли. И вот этот ломается, например. А вот этот вот желтенький с блестками, да, похож на мармелад. И еще один такой же... Вот. А этих троих на кладбище. Ой, не представляю я, как вы это кладбище будете оживлять. Мэджики много рецептов в комментариях оставили. И еще напишут, как их воскрешать. А этих двух отложи для новогоднего рейнбоу слайма, который мы сегодня будем делать. Уже слушаюсь и повинуюсь. Да, отличненько, оставим их пока тут. Закрывай, выбирай.
чтобы мне взять, пожалуй, возьму вот это. Вообще-то я сразу поняла, что это сквиши единорога. Какой милый. Но ты поищи-ка слайм лучше. Ладно, хорошо, сейчас, наверное, вот тут должен быть слайм. Все-таки это коробочка. Погодите, ребят, знаете, что я поняла? Наша игра не работает, потому что все, что ты трогаешь руками, разное. И ты сразу можешь понять, что это. Предлагаю просто выбрать все слаймы, проверить их и разделить. То есть, как обычно? Да, потому что иначе ты все равно знаешь, что ты берешь. Как скажете, ваши видео, ваши идеи. Решено. Ну что ж, тогда следующий слайм, вот этот кристалл. По-моему, он не совсем прозрачный, а с розовым оттенком. И внутри у него бусинки. Смотрите, какой он гладенький. Аж свет отражает, настолько ровно он распределился. Доставай уже, проверим. Ладно, ладно. Так, вроде бы, мне кажется, он здоровый. Сейчас помну его хорошенько и посмотрим. Шарики выпадают, и слаймик наш почему-то ломается. Да, похоже, будущий зомби. Все шарики выпали. Хотя на ощупь, вот когда его так трогаешь и держишь, он нормальный, просто как будто бы замерз. Ань, бусы в него верни. Ладно, ладно, уже возвращаю. И давайте все-таки дадим ему шанс. Положи его пока к этим для Рейнбоу. Вдруг он все-таки очухается. О, вот какое у нас тут есть яичко. Ну как ребенок, яиц что ли не видела? Смотрите, вот. Ух ты! А как оно крутится? Закон физики, Юмичу, это же яйцо. Прикол. Смотри, вот. Да, прикольно. Мое яйцо. Юмич, вообще-то оно розовое, значит мое. И вообще здесь все общее. Аня, покажи еще раз, как ты это делаешь. Магия, ой. Классно. Ну ладно, давай открывать. Давайте посмотрим. Волшебное яичко. Красивое очень. Открываю. Ух ты. Такое классное яйцо. А как пахнет вкусно. Юми, нет. Нет, Юмичу, оно несъедобное. Ну что, яйцо же. Но это же слайм-яйцо. Ну давай, вынувай его. Юми, нет такого слова вынувай. Вынимай или доставай. Классное, да? Красивое яичко. Ань, давай его уже проверять. Ну, похоже, что оно здоровое, это яйцо, да? Ну, вроде бы да, только опять ощущение, что оно какое-то подмерзшее. Хотя слайм сам по себе очень красивый. Он розовый, и внутри, видите, такие кусочки блесток, пайетки, шарики. Кажется, я все поняла. Что ты поняла? Когда ты, Аня, уезжала на день рождения, ты оставила коробку с антистрессами на балконе. Вот они и замерзли. Блин, точно. Ох, я надеюсь, тетраборат, который нам присылали, не замерз для воскрешения лизунов. И что теперь делать? Я думаю, что если они согреются, с ними все будет нормально. То есть, по-вашему, этот лизун из яйца, если согреется, станет совсем нормальным? Короче, те, которые выглядят полуживыми, не совсем зомби. Нужно дать время, поэтому мы их отложим. И правда, ребят, я подержала этот слайм в руках, он немножко согрелся, и смотрите, он стал практически нормальным, он уже даже тянется. Значит, так и надо делать. То есть, этого яичного лизуна мы назначаем полуздоровым. И откладываем его для нашего Rainbow Slime. Окей, положу его вот тут вот с краешку к этим ребяткам. А теперь, Ань, давай вот этого розового малыша. Как скажете? Нет, вон того желтого. M&M's. Вот этого вот? Да, потому что мой цвет желтый. А мой цвет розовый, Юмичу. Сначала розового, а потом желтого. Так какого сначала-то? Моего. Розовый или желтый? Так, девочки, не спорьте. Я вот не видел цвета, и я выберу сторону. Давайте левого. Да, левого. Левый значит розовый. Они специально это подстроили, потому что Эйвен брат Софи. Юми, мы розового откроем, а потом сразу желтый. Что за манера? Какая разница, кто первее? Что-то он никак не открывается у меня. Давай скорее его открывай, а потом желтого. Ну что, ну? Получилось. Так. Юми, да не лежи же ты его. Какой он прикольный. Что скажете, мои слайм-доктора? По-моему, он даже здоровый. Софи, ты туда же. Он похож на твой язычок, блестящий и розовый. Мне кажется, конечно, что он тоже немножко подмерз, но думаю, когда он согреется, он станет вообще супер-классным. Кстати, смотрите, у этого тоже розовый цвет, но он прозрачный. По-моему, ему явно стало получше. Да, он уже даже тянется и похож на нормальный слайм. А у этого цвет тоже розовый, но он матовый, то есть он непрозрачный. Оба они очень классные и... Подходят для нашего новогоднего Magic Slime. Положим его сюда. Что-то сегодня наше кладбище не увеличилось, а я уже так хочу воскрешать этих зомби-слаймов. Не сегодня, так завтра оно увеличится, Кисалис, не переживай. Обещаешь? Не знаю. Ну вот. Теперь желтый, желтый, желтый! Открой уже его, чтобы Юмичу успокоилась. Открываю! Ой! Ну-ка, ну-ка. Юми, нет, не лежи! Софи! Хватит! А у Юмичу желток. И что? Он очень прикольный и правда похож на желток от яйца. Только, по-моему, он больной. Почему ты так думаешь? Потому что он не тянется, ты что, не видишь, Ань? А, да. И там чьи-то волосы. Блин! Чем это тут у вас воняет? Кажется, этот слайм испорчен. Вот так всегда! Не расстраивайся, Юмичу. Просто так бывает. Вечно у меня все не так. Наконец-то на кладбище его. Кладбище пополнилось одним слаймом. А у Юми слайм-желток.
волосатый. Фея. А что? Ладно, Юмичу, за это откроем еще один желтый слайм. Тут даже целых две желтых штуки. Сейчас посмотрим. Ой, бургер упал. Вот этого гиганта я помню. Это же не слайм! Какой-то странный монстр большой! Да-да-да, и он даже не желтый, а ядовито-желтый. Он такой огромный и очень тяжелый, и вообще он какой-то странный. Он ни на что не похож, вообще непонятно, что это. Это просто какой-то громадный желтый антистресс. И не тянется, и не ломается, и он как две моих руки размером. Можно, конечно, попробовать приложить силу. О, он порвался. Все-таки он может прорваться, но это очень трудно. Смотрите какой. Вот это колбасина. Киса, Алиса, это не колбасина, он знаете на что похож? Юмичу, только попробуй это опять сказать. Ну, Ань, ну скажи, ведь он похож на, ну это. На что, Юмичу? Юми. На огромную козявку. Юми, опять ты за свое, мы же до видео договорились, что ты не будешь как обычно. Прости. Ладно. Ну он же похож на козявку. Юми. Да ладно, не ругайся на нее, она же ребенок. Жеребенок она. А что, прикольно. Отправляем желтого гиганта на кладбище. Он там пригодится для воскрешения. А что в этой баночке с апельсином? Давай откроем. Мне кажется, что эта баночка не с апельсином. Это обманка такая, рисунок на крышке. А внутри, кажется, даже не слайм. По-моему, Ань, это пластилин. Да, похоже, что это пластилин, чтобы лепить. Антистресс-пластилин. Зато он желтый, не воняет и без волос, да? Юмичу, ну не все же у нас обычно воняет и с волосами, ну. Да не лежи ты, это же пластилин, не еда. Че же нам с пластилином-то придумать? Блин, ребят, я тут вспомнила, что мне же пора бежать монтировать ролик про собак в Барселоне, чтобы на Magic Family тоже было видео, как и у вас в эту субботу. Ну у нас же еще слаймы остались. И другие антистрессы. Да, вот я уже нашла еще один. Как же быть? Я думаю, Мэджики не обидится, если продолжение будет чуть позже. Видео и так длинное и интересное. Просто мне еще столько дел нужно сделать. Вы не обидитесь на меня? Нет, не обидимся. Давай хотя бы этот слайм закончим. Смотрите, какое колечко. Ой. Мы же еще хотим рейнбоу слайм новогодний делать. И нам еще нужно воскрешать целое кладбище лизунов. Да, значит, впереди у нас еще много роликов. И мы должны успеть до Нового года. Так, сейчас открою. Надеюсь, там нет волос. Ну ладно вам, ребят, как будто так часто бывают волосы какие-то. Смотрите, тут капельки и кусочки слайма на крышке. Вообще, как будто его тут нет. Посмотрите, какой прозрачный. Розовая штучка может быть как браслет тебе. Ух ты, прямо как вода, да? Не лежись. Только всего один пупырышек. Ну что, достаю и проверите, здоров ли он. И подходит ли для нашего новогоднего рейнбоу доната. Уже доната? Да. Так, ладно, это в другой раз. Я уже запуталась в ваших идеях, если честно. Давайте, проверяйте, здоров ли этот слайм. Здоров, сразу видно. Как ты это поняла? А вот и нет. Смотри, Софи, он, между прочим, ломается на кусочки. Я его сжимаю в один, соединить пытаюсь, а он все равно разваливается. Так что ты ошиблась, Софиша. Как это я ошиблась? Смотрите. На что он похож? На медузу. На желе. На козявку. Юми, опять ты? Когда я его сжимаю, а не рву, он сжимается и вроде как нормальный, но как только начинаешь его мять, он начинает рваться. Так что решайте, что мы будем с ним делать. Я думаю, он согреется и будет здоров. Тогда кладу сюда для вашего новогоднего арта. Отлично. Ну все, Ань, беги, монтируй видео про собак в Барселоне, будет интересно посмотреть. А в следующий раз продолжим. Да, откроем еще много новых слаймов, вы сделаете свой новогодний арт. И воскресим целое кладбище зомби-слаймов. Хорошо. А ты иди и смотри ролики на других наших каналах. Обязательно про Мишу посмотри. И на Анином канале. И скоро увидимся в новых видео. Пока. Я побежала, а мы обязательно потом продолжим. Пока.